Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том, как вы можете с помощью деревьев привлекать удачу в свою жизнь. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы для себя узнаете много полезной и важной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будут полезны и важны. Существует много народных примет, суеверий, которые связаны с деревьями. И большую часть из них мы уже, к сожалению, забыли. Однако никогда не поздно вспомнить о народной мудрости и применить ее в своей повседневной жизни. И вы знаете, издревле деревьям приписывались магические свойства, которые были способны излечить от болезней, привлечь финансовое благополучие, а также любовь и удачу. Итак, какие же деревья могут привлечь удачу в вашу жизнь? На первом месте, друзья, это береза. Об этом белоствольном дереве в народе сложилось достаточно большое количество легенд и поверий. Считается, что береза обладает защитной силой, и прикоснувшись к ней, вы можете избавиться от негативной энергетики и даже восстановить свои силы. В древности верили, что если под корни березы вылить воду, в которой купался больной человек, то эта болячка, недуг уйдет в землю. Некоторые приписывали березам и, конечно же, и зловещие свойства, что нельзя было прикасаться к дереву именно с наростами. Считается, что наросты на березе – это результат черной магии. И также близко к дому березу сажать не рекомендуется. Но согласно народной примете, именно это дерево может вызвать женские болезни и даже бесплодие. Поэтому наши предки старались избегать одиноко растущих берез. Считалось, что под такой березой покоится душа невинно убитого человека. Березовый сок из ствола такой березы даже старались не пить, так как вместо него, согласно народному поверью, струится кровь покойника. Далее вишня. И вы знаете, именно вишня, она считается символом плодородия и изобилия. Если вы разожгете костер возле этого дерева в период его цветения, то таким образом вы можете привлечь деньги в свою жизнь. С помощью вишни можно было и избавиться от всевозможных болезней. Больному набивали подушку вишневыми листьями, которые были собраны до захода солнца, и это помогало побороть любой недуг. Следующее дерево, которое может привлечь удачу в вашу жизнь, это дуб. Вы знаете, дуб – это считается дерево и символ вот такой вот власти и стабильности. Согласно старинным приметам и суевериям, посаженный возле дома дуб помогает достичь успеха в работе и привлечь обязательно в такой дом деньги. Еще дуб использовали как способ привлечь семейное благополучие. В день свадьбы молодые должны были 3 раза обойти, взявшись за руки вокруг дуба. Это по традиции должно было сделать брак достаточно крепким, счастливым и долгим. Далее липа. И липу считали самым светлым деревом. С ее помощью избавлялись от болезней. Все человеческие недуги оставались на этом дереве в виде наростов. Липовыми прутьями скотину бить было нельзя, иначе считалось, что такое животное просто помрет. Далее можжевельник. И можжевельник всегда считался самым мощным оберегом от порчи из глаза. Если его посадить возле дома, то он будет защищать от недобрых людей и темных сил.
Также это дерево может привлечь в ваш дом здоровье и благополучие. Для этого можжевельник сажали за домом, обращаем ваше внимание, а не перед домом. Это очень важно для тех, у кого хочет посадить именно дома можжевельник. Далее терновник. Кусты терновника считались всегда священными. И если поставить дома ветку терновника, то все беды и все неприятности будут обходить стороной. Если терновник рано зацвел, то это была достаточно плохая примета у наших предков. И считалось, что можно ожидать неурожайного лета. Далее шиповник. И вы знаете, об этом кустарнике сложилось большое количество народных примет и суеверий. Считается, что именно шиповник привлекает любовь, привлекает семейное благополучие. И если посадить возле дома куст шиповника, то в семье воцарится мир и гармония. Также с помощью шиповника можно привлечь удачное замужество. Для этого девушке нужно будет срезать цветок с кустарника в период его цветения, засушить его и хранить под своей подушкой. Друзья, вот это основные деревья, которые помогут привлечь удачу в вашу жизнь. Кроме того, возможно, какие-то деревья, когда вы гуляете в парке, гуляете где-то на природе, возможно, вы ощущаете, что есть деревья, которые вас привлекают, которые вас тянут. В таком случае подойдите к такому дереву, обязательно его обнимите, расскажите, возможно, о своей какой-то проблеме, или, возможно, вы хотите о чем-то попросить это дерево. Не стесняйтесь, не бойтесь, потому что деревья – это не просто растения, они также живые существа, они имеют определенную энергетику, поэтому каждый человек должен ее ощущать, понимать и воспринимать. Поэтому, когда вы подходите к дереву, обязательно обнимите его, закройте глаза, попросите о той помощи или, возможно, какой-то вам нужна поддержка. Возможно, у вас не вам не хватает сил. И после этого обязательно, вот это обязательно, нужно поблагодарить дерево за работу, за ту службу, которая именно это дерево оказало вам. Потому что дерево, оно действительно является таким великим, большим источником энергии. Да, есть деревья, которые, к сожалению, угнетают, наоборот, человека. Но если вы не будете долго обнимать дерево, недолго будете общаться, и это будет происходить не каждый божий день, то вы увидите, что у вас с деревьями будут прекрасные отношения. Поэтому идите на природу, наслаждайтесь с природой. Особенно сейчас идет лето, осень. Конечно, зимой все спят, и, соответственно, это не так вам может помочь, как сейчас. Поэтому используйте драгоценное время для того, чтобы побыть на природе, пообщаться, и она обязательно вам окажет поддержку.